Другим темам. Последние данные о расследовании авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Национальный центр космических исследований Франции опубликовал детальный спутниковый снимок с места крушения Аэробуса А321. На нем хорошо видно черное пятно, сгоревший остов самолета, фюзеляж и крылья. Рядом можно рассмотреть кареты скорой помощи. Вокруг пустыня и скалистая местность. Сейчас там работают российские спасатели. С рассветом они возобновили поисковую операцию. Реконструировка с вечера дополнительно проведена, районы поиска определены. Будем продолжать нашу работу. Используем метод сплошного прочесывания местности. Мы сейчас вышли уже от места кабины пилотов на 12-километровую отметку. Там уже идет неровная скалистая местность. Между тем, по сообщениям силовых структур Египта, во всех аэропортах страны введены дополнительные меры безопасности, в том числе ужесточена предполетная подготовка воздушных судов. Их теперь будут осматривать сотрудники спецслужб. Только после этого доступ получат наземные бригады.